Образовательные учреждения на низком старте. В преддверии нового учебного года все школы и сады должны быть полностью готовы. Остался месяц до начала учебного года. Мы каждый год ремонтируем 62-65 школ из 1500, которые работают у нас. А также ежегодно сдаем порядка 30 новых. Одна из больших и долгожданных школ на 2200 мест в Гусарской Балладе откроет свои двери 1 сентября. Для семьи Гурьевых это словно исполнение заветной мечты. Многодетные родители не один год возили девочек в разные учебные заведения. Уходила масса времени и сил. До этого мы возили детей в две разные школы, были полностью поглощены вот этим процессом транспортировки. Мы с мужем просто служили на две школы, потому что вот нужно было вовремя забирать, отвозить, на дополнительные занятия ездить. Это было достаточно, конечно, сложно и им, и нам. Теперь все будет рядом. Кроме того, школа оснащена по самым современным стандартам. Ребят ждут просторные классы, лаборатории, IT-полигоны, библиотеки с медиатекой, актовые залы, открытые стадионы. Старшеклассница Аиша очень ждет занятий в профильных классах. Очень важно, что в этой школе будут профильные классы, так как я планирую поступать в медицинский. И углубленное изучение некоторых предметов мне очень помогут в поступлении. Работы на объекте выполнены на 97,5%. К завершению подходят прокладка инженерных сетей и монтаж окон. Идет отделка панелями. Сейчас идет уже окончание благоустройства. Также у нас завершается монтаж слаботочных систем, лифтового оборудования и немонтируемого оборудования. То есть здесь у нас рисков отставания и невода школы отсутствует. Кроме школы в Гусарской Балладе, в округе завершается строительство пристройки к 14-й гимназии и двух детских садов. Это даст новые места, разгрузит другие школы и подарит возможность детям получать качественные знания в хороших условиях. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».